Если с раскаленной кладкой соприкасается, например, деревянная конструкция, может произойти пожар. Бывает, что хозяева не замечают появившихся трещин или выпавших углей. Поэтому оставлять печь без присмотра во время топки категорически запрещается. Необходимо также проверить заранее ее исправность и вовремя ремонтировать. Стенки дымовых каналов и труб должны быть выполнены только из кирпича и иметь толщину не менее 120 мм. Кроме того, дымоходы нужно регулярно очищать от сажи. А вот выполнять кладку печи может только квалифицированный специалист.